Югорская легкоатлетка Лилия Миндаева завоевала вторую медаль на всероссийских соревнованиях. В Челябинске завершился чемпионат и первенство России по легкой атлетике. На этих стартах наш округ представляли 4 спортсмена из Сургута, Нижневартовска и Нефтеюганска. В первенстве вторую золотую медаль завоевала Лилия Миндаева. На этот раз спортсменке не было равных на дистанции 1500 метров. Вновь вартовчанка с первых метров закрепилась в лидирующей группе. На заключительном круге югорчанка пошла в отрыв от своих соперниц и финишировала с большим преимуществом. Таким образом, Лилия Миндаева стала двукратной победительницей первенства России. Ранее югорчанке не было равных на дистанции 5000 метров.